выглядит внутри гостиницы, потом я вам снаружи покажу. Так, Марина, повтори, там, где мы находимся, что еще? Мы находимся в деревне Кохтан. Походи. Это наш номер. Это наш номер, вот так вот. С двери я дверь здесь держал. Такая тяжелая. Номер очень маленький. Да, очень маленький номер. Давай, закрывай дверь. Вот так. Да, сейчас, подожди, вот так выглядит ванная. Все здесь маленькое, видите, как я даже с камерой не помещаюсь. Вот так. Вот так все новое, чистое, приятное. Такая вот сушильная. Можно добавить, можно убавить. Ну так, в принципе, здесь тепло. Вот так у нас выглядит стол. Зеркальце. Вот так вот. Банк. Вот мы только пришли. Я там кассету доделала, так она закончилась. Вам только гостиницу по самому показала, а что внутри уже не хватило. Так вот, переделал кассету. Так, Марисе, где мы находимся, сколько дней, что и чего? Сегодня у нас четвертый день, четвертая ночь. Мы находимся во Франции, деревня Хохланд. Неплохая деревня. Марине все не нравится никак. Вот у нас вид с окна. Тут вот видно еще одну гостиницу будут строить. Вот такое вот есть. Там на горе есть, проходит лыжный курорт. Да, лыжный курорт. Заранее здесь резервируют домики. На зиму. Вот так вот природа такая. Сейчас мы пойдем прогуляться. Посмотрим, как там или что. Такая постель. Одеяло большое, теплое. Ладно, встретимся. Ну вот это вот пол гостиницы. Здесь вот несколько кресел. Вот находится бар. Пойдем посмотришь сауну, бассейн, не хочешь? Ну ладно, не надо. Здесь есть сауна, бассейн, я каждый вечер здесь ходил. Ну вот здесь вот бассейн, сауна. Да. Здесь мокрая сауна. А никого нет? Все уже как бы не работает. Ну и бассейн. Так вот выглядит. На этом сейчас вода не бурлит. Через время скоро будет. Так здесь находится тепло. Вот сейчас уже все получается. А так вот за этой дверью сауна. Это сухая, а это мокрая. А это мокрая. Ну вот так он здесь собирают. Сейчас вечером будет вкусно. Так красиво, удобно. Ай. Так приятно. Вот маме понравилось вот это вот. Такие вот кошечки. Вот мы уже вышли на улицу. Вот так вот здесь рядышком все выглядит. Зеленая дорожка. Так здесь очень спокойно, красиво.
утром туман. Прекрасно. Вот наши группы здесь уже гуляли. Счастье. Я потихоньку выползаю. Ну да. Надо успеть до темноты. Спать лечь в 6 вечера. А вот эти вот изделия, которые вот здесь вот этот отель, вот так он называется, 72 года построен, но сейчас он ему полную сделали красоту. Вот так, как я вам показывал, вот это наше окно. Там наверху сейчас пасутся ламы всякие. Вот это. Так, тишина, спокойствие, красиво. Сейчас такое здесь время. Ладно, мы пойдем ламу, пока еще не стемнело, снимем. Вот так вот стоит колесо, воду перегоняет. Вот такая маленькая там церквушка. Вот кто бьет эти кураны? Встали. А это козлы. Горный козел. Ну так, конечно, здесь природа изумительная. Ну, уже батарея тоже заканчивается. Ладно. До завтра. Ну вот еще мы встретились. Вот эти вот так ламы. Вот они красавицы. Вот мы забрали здесь на вершину. И вот он наш отель. Правда, здесь ветер, вы услышите его. Еще начинается. А вот так вот очень красиво. Вот посмотрите, где мы находимся. На вершине. Вот такая вот трава здесь. Вот еще здесь один отель есть. Здесь горный курорт. Вот такая вот. Мамка уже побежала назад, дождик начинается. Ну еще раз вам отель показать. Как красота. Красиво. Все. Съемку заканчиваем. До завтра, до встречи.
вообще условия, конечно, тяжелые. Мы сейчас по дороге в Киоль. Этой трассы, вот, например, мы сегодня с 7 утра едем, да? Кораблик плыть по морю. Вот 7 утра, вот водителя сейчас диск выйдет, 40 минут, сиди хоть по морю, столом, хоть на столе. Канал. Все, нужно вот стоять. И вот городки здесь красивые. Угодно. Да, сейчас надо мне застегнуться, потому что они подсматривают, они едут, вот на машины решения. Так что чуть-чуть, ага, так отдыхайте. Опять штырю. Автобуса вышли, приехали в Кёльн. Сейчас. А что это? Там сейчас вам будет парень. Ну, плыть будем парень. Куда уже мы пришли, приехали? Несчастье. Вот маленькая девочка, потеплее. Куда идти? Вы хотите ждите? Она туда объяснила. Если объяснили, я не слышу. Половина людей уже там. Плывает наш теплоход. Вот на нем мы сейчас поедем на экскурсию. Марина самая последняя хочет встать. Увидимся там. Такой корабль. Вот так вот уселись. Поплыли. Мы вышли на верхнюю палубу. Так вот. Городком. Просторный внизу, в нижняя часть. Там рестораны, тепло, стекла. Ничего не будет. Рыбак обманул девушку, которая покончила с собой и превратилась в русалочку. Загоняла они у нас корабли, заманивала, они раздевались, ну такая месть у меня была.
Вот с этой горы, это русалка из Бросова. Я не знала, что в Германии продают кошель здесь. А почему-то памятник поставили ей там. Вот такое вот высокое. Прямо посередине, да, стоит? Вот так можешь сюда, вот сюда. Или в эту, ну куда хочешь. Куда получается. Только на лодочке подплывает. Вот такой вот мотель. Вот-вот. Домик тёщи. Еще раз скажу, чтоб тебя сейчас слышала. Не будет слушаться, сюда отправлю. А может это и монастырь, да? Это вот так она здесь сидит, балдеет и на все смотрит. Марин, что вы можете сказать? Ничего не хочу сказать, но знаешь, мы кушаем. Что? Так вы всегда кушаете. А у меня тут другой режим. Кушать и спать. И кататься на автобусе, да? Да, и на автобусе. Ну все, вот здесь у нас уже заканчивается прогулка по каналу. Вот он, наш автобус нас уже ждет. На этом прогулка заканчивается с этим городом. Ну вот мы сейчас приехали. Кёльн. Это немецкий городок. И вот мы стоим сейчас вот возле 123 метра. Вот такой вот. Они такая площадь. Вот Маринка прислушивается очень хорошо к ней. Вот такой вот здесь мишка. Игрушечный магазин. И вот так вот он делает. Ну здесь игрушки очень дорогие. Но мы елу купили. Ходим сейчас здесь. Все психованы. Ну. Так где мы точно находимся? В Кёльне. Говори громче. В Кёльне. Ну, что ты здесь, что тебе понравилось? Мороженое. Ну, так вот вечерне. Мы присели, покушали мороженое. Сейчас везде огни зажигаются. Становится светло. Правда, все закрывается. Начинается здесь молодежная ночная жизнь. На этом мы будем заканчивать с Кёрлом. Кёрл. Ну вот так. Ладно, с этим городом мы покончим. Мы уезжаем в гостиницу. И скоро
будем там. В этом стиле, в испанском стиле. Все. Ну, извините, я не правильно сказал, в испанском, а в сефардском секулярная этническая церковь. Вы видите слева? С правой стороны, вы видите вот часть здания, прямо по ходу автобуса, каменная. Это была молельня, и был протестантский такая молельня. Внизу чем занимался канал? Домики, которые расположены по каналу, это приличные домики обеспеченных людей. Мост с коронами, видите, вот мостик с коронами, это корона Максимилиана Габсбургского, в честь того, что это его принадлежность. Поэтому мост, вот его честь. И мы въезжаем в приличный район. Видите, только дома, 20. Для декора, я вам объяснила, для красоты. Загляните, посмотрите, как домики оформлены. Вот там сверху, видите, как квартирки оформляют. Очень так, знаете, по-стильному. Еще раз мы едем по набережной канала Сингл. Еще раз напоминаю, мы в Роттердаме. Это самая богатая часть города, она так говорит. Вот так вот город на воде. Наподобие как Венеция, да? Здесь самая широкая точка канала Сингл. Тоже вот здесь красиво. Вот так вот кривое здание. Вот так центральная площадь. Мы только недавно ходили улицы красных фонарей было. Такие магазины специально для этих женщин, для мужчин. Это дом Рембрандта. Это дом Рембрандта. Когда вы читали «Муки и радости», который когда написал, вы читали Кукова. Да, вот такое вот такси. О,
Это вот их национальный герб. Три креста. Вот здесь вот улица красных фонарей. Вот сюда вот. У нас ГАИ, смотрите, с башенкой, да, управление, да, дорожных всяких там, вот контроля за дорогой вот с правой стороны. Вот, ребята очень серьезных домов, это уже 18 век, это дома бывших вот таких серьезных деятелей от, скажем так, мореуправления, будем говорить, с правой стороны плачущая башня, вот, которая, да, оплакивали моряков элементы мифологические какие-то, какое-то упоминание каких-то мощных там, скажем, ну, тех или иных героев эпоса. Красиво. Господа, это были, это заказчики заказывали тот или иной мотив. И вот эти валютные, ну, вот такие валюты, видите, как скрипников здесь жили всякие, ну, вот такие, ну, совсем простые. Аркадий, сейчас остановится. Есть кулек, я тебе дам. Если можно, повторите, как эта деревня называется? Занс Арген. Занс Арген. Занс это правильно, а дальше не помню. Занс Ханс. Занс Хан. Занс Хан. Сейчас выговорите. Ну вот такой вот городок здесь сувенирный, мельничный. А и в этих домиках все живут те, которые обслуживают эти мельницы.
Возмущается, ревнует. Вот так мы сейчас на мостике. Так красиво. Сюда мы заходим, здесь сыры продают. Вот так вот выглядят сыры. Бери, Марк, давай кулек. Не сами, можно я скажу? Да, послушайте, хоть рожи. Не, а, точно. Самый шикарный сыр. О, вот это козий, изумительный сыр. Спасибо. Лучше брать не с холодильника, а вот сыр ужасно на арене. Дальше, вот этот белый козий сыр уже обалденный. Я очень люблю желтый, он с орешками. Будете выбирать. Вы будете выбирать. Это все сыры. Ну и без шоколада здесь тоже не обходится. Мед. Шоколад. И вот такие вот мягкие шкуры. Здесь очень овечьи такие, сытные. Так вот Марина набрала здесь сыра. Вот так вот. Вот так вот здесь красиво. Природа просто изумительна. Где мы? Вода. Быстрее, быстрее, надо. Кто скажет? До британских морей Красная Армия всех сильнее. Господа, сюда, пожалуйста, все, до фотографий. На этой улице, где можно, где покушать. Абнер, на этой улице сувениры дешевые. Шелковые платочки, которые стоят у этого. У достаточно евро, 9 евро. Мы находимся в Баленда. Такой немецкий городок. Ой, да. Вот мы сегодня находимся в Кукинг-Пот. Пот, не знаю, так. Это заповедник цветов. Здесь их выращивают со всего мира. Вернее, продают во всем мире. Заказывают. Отсюда их срывают и разносят. Вот так выглядит этот городок. Смотри. Вот так вот выглядит цветочек. Она объяснила, куда идти, еще в 11. Понятно. Вот такие вот здесь аллеи.
тюльпанов. Пахнут? Нет. Пахнут, вот ты здесь стоишь и пахнет. Пахнут. Тюльпаны не пахнут. Да, красиво. Обалдеть просто. Блюджикет. Что, сильно так пахнут? Детки. А вот тоже разные такие вот. Алые, желтые, белые. Такая приятная атмосфера здесь. Среди них так дышится хорошо. Уточки плавают. Здесь вот такие цветочки тоже. Сейчас, Марин. А это на тебя похоже. Смотри, какой деловой. Это что, он с крутыми яйцами, что ли? Вот такие вот еще есть огромные. А где ты хочешь сфотографироваться, Марин? Ну, туда пойдем, там есть павильоны, найдем. Вот эти такие крупные. Я вам так еще немножко покажу, а потом уже буду так ходить, потому что потом это будет надоедать, вот на пленке смотреть это все. Конечно, здесь очень красиво и запах очень приятный. Как будто ты среди духов, среди женщин. Не, действительно, здесь очень приятный запах. Вот такая красивая скульптура. И вот так вот все, это аллеи идут. Цветов. Ты хоть бы подходила. Али-Баба. Али-Баба. Вот эти красные, видишь, называются Али-Баба. Мари, не подходи, легнет. Испугалась. Да, прыгаю с лошадкой. Это павильон. И вот такие вот цены здесь ставят. Конечно, здесь очень разные есть. И ценники ставят. Вот так вот они еще тоже могут родиться. Вот она, наша мама. Видел. Что? Вот смотри, прям куски такого, прям вместе с этими. Да вообще что-то. Если бы я тут жила в Голландии, я бы это все купила и себя высадила. Да.
А ты была бы миллионером. Вот такая вот аллея. Запах просто что-то, это необъяснимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Такая красота. Это называется Джинбосс. Джинбосс. Здесь это белая хризантема. Но она да, еще не цветет. Не цвет... Ну, это же у них посадки будут разные. Это называется Драгоминус. Да ладно, от их здесь столько названий, здесь и пленок не хватит. Если бы еще запах собрать бы в кулечек и привезти домой, дать почувствовать то, что мы здесь какой запах ощущаем, это просто что-то. И духов не надо. И вот такая же вот здесь. Это с какого года они были? Выходи. Да, пленка закончилась. Я тебе на видео оставил. Там, где надо, у нас всегда. Обязательно, это 100%. В этот раз мы приехали очень подготовленные. А иногда вот когда не надо, 40 раз разделали, да? А там вообще с пленкой получилось такое. Пошел за кулем. Вот это что за такие? Я еду. Я кирю. Все, хватит. Это уже другой павильон. Пришел. Но их так много, так что мы уже не различаем, где какие, что, чего. Просто они все такие красивые. А здесь апарит. Пар идет, потому что этот. Тепло, дыхание. Я вон туда пробегу, потому что там есть пленка. Туман, вот водичка, вот шум я вот слышал. Ну, здесь мы денежку бросим. Вот так вот сюда бросаю денежку. Такие фонтанчики. Ну, мы туда забросили. Она не рвется. Вот черные тюльпаны. Фламинго. Вот так они среди них смотрятся. Вот такие курочки здесь. Такие лохматые, приятные. А тут козел жрать просит. Еще огрызается на эту курицу. А вот такие же черные. Это, наверное, зимовые курочки. А здесь вот все кролики, ты какая лошадка хорошая. Вот такие вот пухленькие.
Такой вот маленький козлик. Вот такой вот комок шерсти.